Привет, вы на канале Девайсы, сегодня у нас видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Ti Supreme 12G, и она же в версии X. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий, в описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Если посмотреть на характеристики, то разницы в объеме памяти и ее типе нет – 12 ГБ GDDR6X. А вот частота ядра имеет небольшие отличия – в обычной версии 1785 МГц, а в версии X – 1845. Интерфейс памяти 384 бита в обоих случаях, как и CUDA ядер 10240, будет одинаковым для этих версий. Используя графический процессор с микроархитектурой Ampere, представляющий второе поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарта готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Технология сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокартах GeForce RTX тензорных ядер. При этом она мало влияет на скорость игры, что позволит выкрутить настройки на максимум. Искусственный интеллект на службе у геймеров. Наличие двух профилей BIOS позволяет переключаться между гейминг полноскоростным геймерским режимом и Silent тихим режимом, в котором снижается уровень шума от видеокарты. Дополнительные предохранители, встроенные в печатку, плату служит еще одной линией электрозащиты. Внешний вид и размер видеокарты не имеет отличий. Размер карты по высоте 14 см, длина 33,6 см, что следует учитывать при выборе корпуса, ширина 3 слота. На видеокарте присутствуют разъемы 3 дисплей-портов и одного HDMI. Обе версии требуют дополнительного питания 8+8+8 пин. Система охлаждения TriFrozer 2S позволит вам забыть о проблемах, связанных с перегревом, и полностью сфокусироваться на любимых играх. Она легко держит температуру устройства под контролем и делает это невероятно стильно, чего стоит один лишь рельефный кожух этого кулера. Вентиляторы Torx Fan 4.0 наделены сдвоенными лопастями, конструкция которых служит для улучшенной фокусировки воздушного потока на радиаторе. Двойные шарикоподшипники отличаются низким уровнем шума и долговечностью, они позволят вентиляторам надежно работать в течение многих лет. Чипы памяти охлаждаются отдельной тепловой трубкой с радиатором. В основании кулера находится массивная пластина из никелированной меди, которая отводит тепло от графического чипа и передает его на тепловые трубки для последующего рассеивания. Тепловые трубки сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределить тепло по всей длине радиатора. В кулере реализована технология управления воздушным потоком Airflow Control. Он направляется в нужном направлении с помощью специальных дефлекторов. Волнистая форма ребер радиатора Wave Curved 2.0 облегчает прохождение воздуха, что способствует снижению уровня шума. Технология Zero Frozer означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной. Когда температура начнет подниматься, вентиляторы возобновят свою работу автоматически. Для быстрой передачи тепла от компонентов видеокарты к радиатору используются термопрокладки. Термопрокладки под прочной матовой металлической задней панелью обеспечивают дополнительное охлаждение. Увеличенное содержание меди в печатной плате способствует улучшенному рассеиванию тепла, а значит и повышенной стабильности работы всего устройства. Специальная усиленная пластина укрепляет видеокарту, защищает ее от повреждений в результате изгиба. В комплект поставки видеокарты входит кронштейн для ее дополнительного крепления при установке в компьютерный корпус. Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры продуктов MSI в режиме реального времени. Чтобы выжать максимум из своего нового устройства, вам достаточно будет сделать лишь несколько щелчков мышкой. MSI Afterburner — это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. Утилита полностью бесплатна и совместима с большинством видеокарт других марок. Разработанная в эксклюзивном партнерстве с компанией BlueStacks приложение MSI App Player наделяет компьютеры и ноутбуки MSI способностью запускать мобильные игры. Отзывов, достойных внимания, на эти модели я не нашел. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свое мнение о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс, скоро увидимся.